Приветствую всех на медицинском канале. Многие из нас, выращивая растения на подоконник, даже не догадываются, что их питомцы не только красивы, но часто и очень полезны. Так же, как и растения в природе, домашние растения могут быть лекарственными и приносить весьма ощутимую пользу. Такие растения можно использовать как для изготовления различных отваров и настоек, так и для наружного применения, например, для косметических процедур. Давайте подробнее рассмотрим, какие именно лекарственные растения можно выращивать у себя дома на подоконнике и в каких случаях их применяют. Тысячелистник. С древности было замечено, что эта трава способна хорошо заживлять раны, и воины часто использовали это свойство травы, и, видимо, поэтому такую траву назвали солдатской, а еще ее зовут белой кашкой, кровавником, живучей травкой и так далее. Ее часто сажали вокруг военных лагерей и жилищ, чтобы всегда иметь под рукой для исцеления. Кроме того, белую кашку использовали в кулинарии. Ее молодые листья имеют приятный вкус, а вот колдуны пытались применять ее в своих ритуалах. Многочисленные целебные свойства растения обеспечиваются его составом. В нем можно найти витамины С и К, эфирные масла, провитамин А, дубильные вещества, алкалоиды, минеральные соли, флавоноиды, микроэлементы. Именно благодаря такому богатейшему составу биологически активных соединений тысячелистник считается растением, пригодным для лечения различных заболеваний. В целом можно выделить основные направления действия растения. Это антибактериальное, кровоостанавливающее, противовоспалительное, общеукрепляющее и успокаивающее. Как говорят травники, это растение способно исцелять более 100 болезней. Народные целители давно подметили способность солдатской травы заживлять раны и останавливать желудочные, кишечные, легочные, маточные и геморроидальные кровотечения. Это свойство объясняется наличием тысячелистники дубильных соединений, которые дают противовоспалительный, бактерицидный и вяжущий эффект, а также возможность тонизировать и успокаивать раздраженную и израненную кожу. Отвары или порошки в смеси с медом стимулируют обмен веществ, а содержащиеся горечи повышают аппетит и усиливают функции желчных путей, излечивают заболевания печени. Отваром тысячелистника проводили лечение язв и гастритов с низкой кислотностью, неврастению и экзему, туберкулез и недержание мочи. Экстракт тысячелистника с оливковым маслом применяется для заживления кожных болезней, фурункулов и гнойных абсцессов. Напаром тысячелистника устраняет кровоточивость десен, делают клизмочки при геморрое, при чесотке или чешуйчатом лишае рекомендуется применять ванны с кровавником, то есть тысячелистником. Травники рекомендуют применять отвары людям с избыточным весом, так как они выводят из организма лишнюю воду, шлак и токсины и ускоряет метаболизм, что способствует похудению. Мазь на основе тысячелистника от фурункулов и мелких язв. Чтобы ее приготовить, возьмите 2 большие ложки измельченной травы, залейте половиной стакана горячей воды до кашицеобразного состояния. Дайте остыть до 60-70 градусов и смешайте с 20 граммами вазелина или жира. Такая мазь наносится на пораженные участки тела. При облысении и прогрессирующем выпадении волос применяется такой рецепт. 2 в сутки на протяжении 2 недель нужно втирать в кожу головы свежий сок растения. Средство останавливает даже очень интенсивное выпадение волос. Для улучшения функций пищеварительных органов, а также при гастритах, язве и диарее берется 1 столовая ложка сухой травы тысячелистника, заливается 1/4 литра кипятка, настаивается 50-60 минут, затем профильтровывается через ситечко и принимается 3 раза в день за 20 минут перед едой по 1 столовой ложке. Этот же отвар, но по 100 мл и 4 раза в день нужно пить при воспалении желчного или мочевого пузыря.
Для похудения при диабете и для улучшения обмена веществ возьмите столовую ложку тысячелистника, залейте стаканом кипятка, доведите до кипения и поставьте настаиваться на 30 минут. Затем процедите и пейте после еды по 100 мл 3 раза в день. При стенокардии для улучшения потенции и спазмах кишечника приготовьте спиртовую настойку. Для этого возьмите 2 столовые ложки травы с цветками, залейте стаканом водки и настаивайте 7 дней в темном месте. По прошествии этого времени профильтруйте и принимайте перед едой 3 раза в день по 20 капель настоя. Ванна с тысячелистником при гинекологических проблемах, гнойниках и фурункулах. 200 грамм травы залейте 3 литрами кипящей воды и оставьте на полчаса для настаивания. Затем процедите и вылейте в ванну с водой. Время приема ванны 15 минут, после чего следует тепло одеться и лечь в постель. Из этого же настоя можно делать компрессы при экземе. При остром геморрое из этого настоя делают микроклизмы. Для лечения хронических гастритов и язв с пониженной кислотностью берется 1 чайная ложка сухого сырья тысячелистника, заливается стаканом кипятка и держится 10 минут на медленном огне. Затем необходимо поставить настаивать это средство на 20 минут, процедить и пить по 1/4 стакана 3 раза в день перед едой. Для полоскания рта при зубной боли, стоматите, неприятном запахе изо рта берется 2 десертных ложки сырья, заливается водой и ставится на водяную баню на 15 минут. Затем необходимо этот отвар снять с огня, настоять час, разбавить кипяченой водой до первоначального объема и этим средством полоскать рот. Этот же отвар можно употреблять внутрь при недостаточности молока у кормящих женщин по 1 столовой ложке 3 раза в день. Желаю всем здоровья! До новых встреч на медицинском канале. Не забывайте подписываться. Внизу под этим видео вы увидите красную кнопочку, на которую необходимо нажать. И тогда вы первыми будете получать свежие видео с медицинского канала. Всем здоровья, до новых встреч!